Ну, примерно... Ну, мне кажется, где-то 585-я проба, ну, примерно так есть. Не, ну, толкнуть-то можно, толкнуть-то точно можно. Так. Ой, хороший коньячок. Все бормочат что-то во сне. Вот этим двум здесь особенно хорошо. Тёлка вообще на костре уснула. Девушка, вам там ничего не печет? Мне кажется, она проснется со сожженными трусами. Ты-то чё уснула? Бабуль, знаешь, вставай, Ядрика! Да не ори, да не... Ножик-то спрячь, ножик ты... Успокойся, 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 да успокойся, успокойся! Никакой войны нет, успокойся! Бабуль, успокойся! Ты чё разбушевалась? Зачем так резко будить? А ты чё уснула? Ты вообще-то как бы на задании, мы зачем сюда приехали, мы зачем напоили их? Ты испугала меня, Ир. Ты чё, бухала? Ты бухала? В смысле? Я чувствую запах перегара. Только не говори то, что это от них воняет. Ты пила! Ну признайся. Он хороший гонщик, легенда. Спасибо, спасибо. Не пила я ничего, только виноградную настоечку для сосудов. Нормально себя чувствуешь? Трактор водить сможешь? Больше никакие сосу и дудов не надо. Пошли. Так, проверь каждого, спит он или нет. Мам, это ты? Нет, я грабитель. Круто, чват, праик. Он вообще русский? Ну, я не знаю, на нем шлем, поэтому не могу посмотреть. Так, ладно. А где главный этот гонщик? А, вот он спит. Так. Мама, мама, не ругайся. Да чё они все разговаривают во сне, не могу понять. Не ругайся. Я надеюсь, то, что Олеже там что-то хорошее снится. Мама, мама, я не люблю Натавку. Я Колю люблю. Кого? Он не любит Наташку, он Колю любит. У-у-у-у, Коля, Коля, давай дружить. Ой, так, бабуль. Иди за трактором и толкай его сюда, с прицепом. Палатка Олежки. Чтобы все проснулись и все узнали. Олежка любит Колю. Соситесь. Может, Коля это кто-то из них там. Они проснутся, увидят то, что Олежка признается им в любви. И у них там шуры-муры вот это закрутятся. Бабуль, ты долго там? Давай сюда, тащи задницу свою! Давай, 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 тихо. Остановись здесь. Слишком громкая эта тарантайка. Давай за мной. Тихо-тихо следи, чтобы никто не проснулся. Если кто-то проснется, по башке ему стукни какой-то бутылкой, чтобы заново уснул. Так, эти спят, хорошо. Иди сюда. Выбирай одну из вот этих всех тачек. Какую мы будем таратыбзить прямо сейчас? Давай, я доверяю в себе. Вот эту? Давай, иди заводи трактор. Давай. Ой, ёперный театр Кэна, тяжелая. Так, вот эту сейчас, или может вот эту, которая крутого гонщика сам... Олежка? А что вы делаете? Бутылкой по башке. Да так, Олежка... Подожди, бабуль. Да, на техосмотр едем. Да чё вот этот глушитель карбюраторный глохнет. Мы тут поедем к Семёнычу, там отремонтируем вот эту талашматину вот эту. Не работает, короче. Чё-то там турбированная турбина больше не турбует. Надо, короче, это все починить, да. Иди спать, Олежка, ты давай иди спать. А, ну ладно. Давай, мы со всем справимся, Олежка. Давай, текай из городу. Мы сейчас отремонтируем и придем, вернемся, да, вот. Может мне главного гонщика разбудить? А бабуль готов в эту бутылку? Танин... Бутылку, я сказала, не ножик! Да не, да какого главного... Да не, не надо, да, главный гонщик мне поручил вот это, чтобы я увез эту тачку, а так не надо. Давай, а может, Танютку? Да иди ты дрыхни! Олежка, если ты пойдешь сейчас спать, я тебе завтра на сиськах автограф свой оставлю. Угу. Напишу там, чемпион ваш гонщик. О, хорошо, все, давай, давай, иди спать, давай, быстро, да, я пофол, давай. Бабуль, я
Я тебе сказал бутылкой его шандарахнуть, а не ножиком в почку. Да успокойся ты. Давай, не заводи трактор. Тихонечко, тихонечко. Все спят. Обухались просто. Ик. Ага, ага. Давай, давай. Назад сдавай, а то она громкая, как жизнь твоя. Давай, давай, газуй туда, газуй туда. Так стоять! Грузи тачку, сваливай отсюда! Да, давай я сейчас отвлеку его внимание, грузи тачку! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Так, какой хороший трофей, налюбоваться не могу, прям золотое золото через золото, переплавленное золотом. Прям, ну не могу спать, идите сюда, дайте вас поцелую. В щечку прям, не ой, да. Понравилось, естественно, понравилось, да. Вот, очень хороший трофей, прям, ну, 585-я проба золота, да, прям очень хороший трофей, очень. Чё она там делает, Дуримонда? А, слушайте, гонщик, так, да, я очень сильно хочу на новую гонку попасть, да. Какую срань этот трафик дал. Так, слушайте, а вы, у меня телефона нет, вы случайно не смотрели, какая сегодня погода будет? То я как-то, вот, наверное, тучи скоро, да, вот это на небо там. Я помню, да, в Северном Афганистане, когда бабулька служила, она рассказывала там про своего деда. Ой, какие ложки металлические там продавали. Увижу, глотку укушу. Да, да, хорошая погода будет по прогнозу. Да, да. Ну ты-то поедешь уже домой, карга старая. Вот, всегда мне в детстве мама вот такие сказки читала. Там про каргу старую, которая не могла трактор завести. Да, вот, вот, да не едет он. Да, вот, а дедушка, знаете, какие вот это... крутой гонщик, знаешь, дедушка, какие мне сказки вот читал? Каждый день, каждый вечер говорил... На сцепление нужно нажимать, и первую передачу нужно выжимать, чтобы эта самосвалка поехала наконец-то. Ой, вот учил меня дедушка с самого детства на машинах водить, поэтому как бы не удивляйтесь даже, что я такой хороший чемпион-гонщик. Да, так вот... Ага, я не удивлен, почему я такой хороший гонщик. Да я сам не удивлен. Так, о, поехала. В гараж наш езжай, там еще и папа, там в детстве сказку читал, там про гараж мой, да. Босс, моя тачка пропала. Как пропала? Куда она могла пропасть? Ну ладно, там трофей, как бы надо вот это, да. Как она могла пропасть вообще? Да вот я не знаю. Какая-то тачка у них пропала. Так, а, сейчас, смотрите, я свою тачку, ее тачку свою забыл. Так, ага, да, вот была тачка и нету тачки. Ой, я не знаю, как у вас, вот честно, какие-то у вас здесь тачки пропадают. Ты случайно не видел его тачку? Ты со мной разговариваешь? Или с кем? Тут больше никого нет. А, ну если не со мной, тогда хорошо. Тогда до встречи. Угу. Ты же первый, кто проснулся. Ты не видел, куда она могла пропасть? Кто? Кто? Тачка его. Вот этого? Да я откуда могу знать, да ей, да вот эта тачка его. Да они бухали, как сумасшедшие целую ночь. Да 100%, да они, да я видел, я как бы меньше всех пил, вообще не пил. Да я видел то, что они ночью на вот ту горку вот пошли кататься, на которой вы мне испытания устраивали в предыдущей серии. Вот они прыгали на вот эти девятиэтажки, да допрыгнуть не смогли. Да на бухую голову можно и не такое натворить. Они же бухачи, они перебухали всю ночь. Я не знаю, как у них даже права до сих пор не забрали, менты. А ты много пил вчера? Вот я бухал не в себя просто. Ну как сказать? Ну так да. Да у него потеря памяти, да, крутой гонщик. Да он вообще даже ничего не помнит. Да он не помнит, как его зовут даже. Да я толком вообще не помню, что вчера было. Ну так вот. Вот мы и выяснили. Вот просрал свою тачку. Вот на бухую голову пошел куда-то там в речку кататься. А, ну все понятно. Просрать свою тачку только ты так можешь. Извините, босс, пожалуйста. Вот мы все, вот мы и разобрались. Вот в следующий раз нужно получше за своими тачками сидеть. Ой, откуда я знаю, где вот эта тачка ваша? Все, пока. Всем пока, да, давайте. Ну, мы скоро к тебе наведаемся. Куда? В гараж? Да. Пока, ну я буду вас ждать, приходите. Раз, два, три.
Так они скоро приедут в мой гараж. Надо что-то сделать с той тачкой, которую мы только что, ну, как бы не свистнули. Это он просрал, он просто запухал. Надо ее толкнуть как можно скорее. Надеюсь, то, что бабулька уже успела доехать к нам домой. Гараж. Опа. Бабуль! Здравствуйте. А вы в гости? Ага. Бабуль! Милок, я тут. Это ты разговариваешь? Ой, Санта-Лючия, Дева Мария, Сатана, изыди. Тут лошади твои плохо! Да где ты? Да наверху! Ты что там делаешь, Дуримонда, слепой? Давай спускайся оттуда! Надо тачку толкать. Милок, лови. Бабуль, ты слишком тяжелая! Ой, ты бы еще с девятиэтажками на голову спрыгнула. С тобой все в порядке? Ну как тебе сказать? Сотрясение, походу. Ты чё стоишь, карга старая? Быстро в трактор и быстро к Семёнычу. Надо тарантайку эту продавать. Скоро вот эти придут в мой гараж, они сказали. Быстро давай! Быстро, 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 быстро! А я за лошадкой твоей присмотрю. Давай! Ты тачку забыла! Давай к Семёнычу, я сейчас приеду. Тачка-то есть, лошадка. Ее толкнуть что надо. Ага, да. Ну все понятно. Я понял, что ты хотел сказать, да. Скоро гонщики приедут. И не дай бог, чтобы они узнали, что я у них староты взял эту тачку. А то там лошадка у них в запасе еще тачек так 6. Каждая примерно по 25-30 тысяч. Мамина мама, да я себе дачу куплю на Мальдивах. Опа! Поскакали! Мустанг мой северный. Иго-го, ядрить колотить! Черт в балаклаве! Навстречу приключениям. На. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the buffs. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums.